Всем доброе утро. Мы готовимся к тренировкам. Вот спереди 27. Димас, как дела? Как настрой? Дела? Еще не родила. Как настрой? Да как обычно, ё-моё. Скользко сегодня, говорят. Очень. Будем проверять. А что проверять? Потеплело. Будем медленнее ездить, вот и все. А так ничего не поменяется. Сколько качаем передние шины? 2,5. А не лысо им все равно. Пацаны смотрят за тренировками Пети Тихомирова. Ну чё, как Петя проехал? Нормально. Петя сейчас хорошо попал по траектории. Догрузился, видимо, помогло. Как зацеп на трассе? Ну, сначала все выехали, скользко были, все широко. Подраскатали уже, да? Да, сейчас раскатали, уже многие узко заезжают. Пацаны смотрят за тренировками Пети Тихомирова. Ну чё, как Петя проехал? Нормально. Петя сейчас хорошо попал по траектории. Догрузился, видимо, помогло. Как зацеп на трассе? Ну, сначала все выехали, скользко были, все широко. Подраскатали уже, да? Да, сейчас раскатали, уже многие узко заезжают. Музыкальная пауза, да? Начинаются парные заезды. Петя Тихомиров выехал уже на прогревочный круг. Все, все готовы. Димас, Петя, техничка наша, Нефтеком, пацаны, механики. Скоро начнутся парные. Петр у нас проходит дальше, у его соперника заклинила передача, и он не смог. Ай-яй-яй-яй-яй, Дамир, Дамир. Димасик Ротбурта не пожалел на него. Ротбурта не пожалел, да? Не там знаю. Такой слой тебя вообще. Не видел. Ты не заебался? У МТ есть? Не, нормально. Я бы еще погонял, тачка бы не забил. Как ты мог забыл? Ну я ее расплачил потихоньку, заталкивался туда. Я не мог их протянуть. Я и так считаю, что